Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и активировать уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Последняя публикация в социальных сетях Hande Erçel, одного из самых популярных имен в турецком мире развлечений, ворвалась в повестку дня журнала как бомба. Является ли загадочное послание Hande знаком для Kerem Abersin'a? Публикация удивила поклонников и СМИ и вызвала волну спекуляций. Детали поста и поиск смысла. Этот загадочный пост Hande в Instagram содержит фотографию и загадочное сообщение. Хотя на фотографии нет очевидных деталей, содержание и время сообщения вызвали комментарии о том, что оно может содержать ссылку на Kerem Abersin'a. Поклонники и медиа-аналитики пытаются расшифровать скрытый смысл сообщения. Теорией, которая находит отклик у фанатов, эта публикация Hande получила широкий резонанс в социальных сетях и на различных форумах. Поклонники обсуждают, содержит ли этот загадочный пост Hande подсказки о ее отношениях с Kerem Abersin. Хотя некоторые фанаты считают, что это сообщение отражает тайное соглашение или шутку между ними, другие утверждают, что этот пост – простое совпадение. Спекуляции и комментарии СМИ. Этот инцидент также привлек большое внимание таблоидов. Журналисты и журнальные программы анализируют возможные значения этой загадочной публикации Hande и ее возможную связь с Kerem Abersin. Каждая новая интерпретация и анализ еще больше углубляет эту тайну. Возможная реакция Kerem Abersin'a. Возможно, что этот пост Hande также привлек внимание Kerem Abersin'a. Однако до сих пор никаких заявлений или реакции со стороны Kerem'a по этому поводу не последовало. Поклонники и средства массовой информации с нетерпением ждут, как Kerem отреагирует на этот загадочный пост. Глубина тайны и любопытство поклонников. Эта загадочная публикация Hande Erçel вызвала новый интерес к личной жизни его и Kerem Abersin'a. Эти загадки и домыслы являются постоянной темой любопытства и интереса среди поклонников дуэта. Поклонники с большим интересом следят за каждым шагом Hande и Kerem'a, каждой публикацией и каждым заявлением. Этот загадочный пост Hande Erçel в социальных сетях по-прежнему интерпретируется как знак для Kerem Abersin'a. Это показывает, что фанаты и СМИ склонны понимать каждое движение Hande и Kerem'a, каждое слово и даже самые незначительные сообщения. Углубленный анализ и роль СМИ. Каждая деталь поста Hande с большим любопытством анализируется средствами массовой информации. Эти анализы содержат различные интерпретации и предсказания о характере отношений между Hande и Kerem'ом. Поклонники дуэта с большим интересом следят за этими предположениями в СМИ, которые порой даже более преувеличены. Взаимодействие фанатов и эмоциональные связи. Поклонники создают свои собственные теории относительно этих загадочных сообщений, которые указывают на возможную романтическую связь между Hande и Kerem'ом. Подобное взаимодействие укрепляет эмоциональные связи, которые фанаты устанавливают с этими двумя известными именами, и повышают их интерес к их личной жизни. Возможные будущие проекты и сотрудничество. Этот загадочный пост Hande вызывает новое предположение о возможных будущих проектах и сотрудничестве. Слухи о том, что они будут работать вместе или участвовать в совместном проекте, вызывают ажиотаж среди фанатов и повышают интерес к их карьере как артистов. Влияние на общественное восприятие. Эти загадочные публикации и предположения влияют на общественное восприятие Hande и Kerem'a. Дуэт известен не только своим талантом, но и той загадочностью, которую они создают в глазах СМИ и поклонников. Каждое его высказывание, каждое движение формирует его имидж в глазах публики и поклонников. Спекуляции и теории фанатов, возникшие после загадочного поста Hande Erçel в социальных сетях, делают публичные образы Kerem Abersin'a и Hande Erçel еще более загадочными и интересными. Благодаря этому каждое движение, каждое слово и даже самый маленький жест дуэта оказывают огромное влияние. Внимание и комментарии СМИ. Этот загадочный пост Hande интерпретируется СМИ с разных сторон. Некоторые комментаторы считают, что этот пост указывает на глубокую связь и тайные договоренности между Hande и Kerem'ом.
Другие утверждают, что подобные посты создаются просто для того, чтобы манипулировать СМИ и привлечь внимание фанатов. Эмоциональные реакции и предположения фанатов. Этот загадочный пост вызывает эмоциональные реакции и предположения фанатов. Поклонники пытаются понять истинный смысл поста Хандэ и его отношений с Киримом. В социальных сетях и на различных форумах фанаты пытаются помочь разгадать эту тайну, делясь собственными теориями и интерпретациями. Предстоящие проекты и сотрудничество. Этот пост Хандэ также вызывает новое предположение о будущих проектах дуэта и возможном сотрудничестве. Поклонники гадают, будут ли Хандэ и Кирём вместе участвовать в новом телесериале или кинопроекте, и как такие загадочные послания отразятся на их будущем сотрудничестве. Влияние на дуэт и общественное восприятие. После этой загадочной публикации Хандэ и Кирём чувствуют растущее внимание публики и своих поклонников. Такие загадочные сообщения и спекуляции в СМИ влияют на его личную и профессиональную жизнь и формируют его имидж. Волна любопытства, вызванная загадочным постом Хандэ Эрчел, не только вызывает любопытство среди поклонников Кирима Берсина и Хандэ Эрчел, но и укрепляет эмоциональные связи между их поклонниками. Эти посты дуэта считаются частью эмоциональных связей, которые их поклонники установили с этими двумя известными именами, и повышают их интерес к их личной жизни. Спекуляции и комментарии СМИ. Загадочный пост Хандэ продолжает интерпретироваться средствами массовой информации с разных точек зрения. В то время как некоторые медиаорганизации утверждают, что такие посты создаются только для манипулирования СМИ и привлечения внимания фанатов, другие полагают, что они указывают на тайные соглашения и эмоциональные связи между Хандэ и Киримом. Каждый новый комментарий и анализ углубляет эту тайну и повышает общественный интерес. Реакция фанатов и эмоциональное взаимодействие. Поклонники пытаются понять истинный смысл этого загадочного поста Хандэ и его отношений с Киримом. В социальных сетях и на различных форумах фанаты пытаются помочь разгадать эту тайну, делясь собственными теориями и интерпретациями. Подобное взаимодействие укрепляет эмоциональные связи, которые фанаты устанавливают с этими двумя известными именами, и повышают их интерес к их личной жизни. Возможные будущие проекты и сотрудничество. Этот пост Хандэ вызывает новое предположение о возможных будущих проектах и сотрудничестве дуэта. Поклонники гадают, будут ли Хандэ и Кирём вместе участвовать в новом телесериале или кинопроекте, и как такие загадочные послания отразятся на их будущем сотрудничестве. Постоянные изменения в общественном восприятии. Эта загадочная публикация и спекуляции в СМИ влияют на общественное восприятие Хандэ и Кирима. Дуэт известен не только своим талантом, но и той загадочностью, которую они создают в глазах СМИ и поклонников. Каждое его высказывание, каждое движение формирует его имидж в глазах публики и поклонников. Итоговая оценка и интерес к дуэту. В результате загадочный пост Хандэ Эрчел стал темой, за которой с большим любопытством и интересом следят поклонники Кирима Берсина и Хандэ Эрчел. Эти загадки и предположения фанатов придают новое измерение личной жизни и творческой карьере дуэта. После этих публикаций Хандэ и Кирём, как всегда, продолжат привлекать пристальное внимание средств массовой информации и общественности. Не забудьте подписаться и активировать уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.